Летом Наталья может подарить супругу первую дочь. Мечтам Натальи Подольской о ярком взлете и карьере певицы, похоже, вновь не суждено сбыться. Жена Владимира Преснякова перед выступлением похвасталась необычным образом, как считают фанаты, засветила пузожителя в эффектном наряде. Блестящая ткань элегантно обтягивала тело Натальи, в том числе заметно округлившийся животик. Певица поправилась, а ее формы красиво округлились. Судя по размеру, Подольская находится на раннем сроке вынашивания, что объясняет ее молчание о скором пополнении. Стоит отметить, что Наталья всегда отличалась стройной фигурой и подтянутым телом, регулярно посещала фитнес-зал и следила за своим рационом, обвисшего или полного живота у нее не наблюдалось. Недавно певица отдыхала на море с сестрой-близняшкой и смело хвасталась шикарной формой в купальнике, сейчас подросший животик уже не скрыть. Владимир Пресняков ликует, недавно музыкант признался, что мечтает о большой семье и хочет еще одного ребенка. Не исключено, что уже во время беседы артист знал об интересном положении супруги и таким образом поддержал ее. Стоит отметить, что беременность жены Преснякова младшему только на руку, ведь он очень ревнив и требователен. Подольскую совсем скоро опять ждет декрет и участь домохозяйки, а следовательно артисту не придется делить жену со сценой.